И профилактика, гигиена, они неразрывно связаны с историей человечества, историей государства. Началось это еще в первобытном обществе, там были свои определенные правила, строгости. Потом она с годами, с веками развивалась. Очень интересный экспонат я видела в музее Санкт-Петербурга, в музее гигиены. Такой боток, ремянная кожаная пленка, и под ней, значит, устав, выдержка из устава Александра Васильевича Суворова. Кто не будет соблюдать меры гигиены, значит, будет бит ботагами. И там своя градация, кому 5, кому 10, кому сколько. Профилактика в Ярославской области впервые упоминается в 1872 году, да, когда начал выходить журнал «Вестник Ярославского губернского земства». Затем профилактикой занимались постоянно, были общества, были лекции, брали в библиотеке были при больницах, там больные брали книги, читали по профилактике, проводились конкурсы, то есть до революции, в начале века прошлого, все было примерно так же, как у нас, только немножко на другом уровне. Особенно хочется отметить доктора Георгия Ивановича Курочкина, который был вообще уникальной личностью и в 1904 году читал лекции «Гигиенические темы» и вообще явился основоположником всей санитарно-просветительной службы в Ярославской области. Более того, он еще был очень завзятый театрал, очень культурный человек высокого уровня. И наша профессор Ванишова Маргарита, ныне покойная, провела исследование и убедительно доказала, что прототипом доктора Живаго был именно доктор Курочкин Георгий Иванович. Образцы плакатов тех времен, пожалуйста, с курением боролись уже в те времена. Повышая санитарную культуру на производстве. После революции при губернском совете рабоче-крестьянских депутатов был создан отдел здравоохранения. Через год при нем создается подотдел санитарного просвещения благодаря усилиям Георгия Ивановича Курочкина. И опять же Георгий Иванович Курочкин рекомендовал на должность, когда был организован дом санитарного просвещения, Серафиму Николаевну Субботину. Она была первым главным врачом, первая поднимала вот эту всю работу. И очень активно, потому что очень много читалось лекций, очень много было пропагандистских мероприятий. Первое радио было установлено такого для общего вещания именно около Дома санитарного просвещения. И все вот эти вот материалы собирались на основе работ Николая Николаевича Колодина, редактора областного центра медицинской профилактики, и Бориса Ростиславовича Лозинского, главного врача областного центра медицинской профилактики. Они очень увлекались историей своего дела, очень материалы собирали большие, интересные. Вот во многом на них. Их дело продолжил другой редактор, Игорь Васильевич Маслов, тоже что-то вот его не видно, обещал прийти, но вот тем не менее. Хочу отдельно сказать большое спасибо. Очень хорошая была работа тесная с Ярославским областным архивом. Они нам предоставили совершенно уникальнейшие материалы, например, вот-вот, это коллектив Дома санитарного просвещения 25-го года, его вообще не было ни в одной книге упомянуто. А музей «Центруд», вот мы перейдем сюда, сейчас посмотрим, он упоминался так вскользь, вот вроде был такой музей, вроде вот как он, а когда фотографии посмотрели в архиве, на двух этажах, столько залов, столько экспонатов, и это 20-е годы, это когда такая разруха, и это так все наглядно, вот, пожалуйста, школьная гигиена, детки сидят за партами, да? Кто как сидит, у кого какая шарка, все прекрасно видно. В Ростовском районе писали перитоды, в стихах, между прочим. Так что тоже спасибо архиву. Именно у них в газетах вот такие вот вырезки были обнаружены. И работа велась так активно, что к 40-му году Ярославский дом санитарного просвещения курировал не только Ярославскую, но и Костромскую область, санитарно-просветительную работу. Но потом началась Великая Отечественная война, значит, в годы войны все силы были брошены на помощь фронту, на выхаживание раненых в лазаретах. Вот, пожалуйста, две фотографии. Тоже одна была в архиве областного центра медицинской профилактики, а другая была представлена тоже в архиве Ярославской области. Великая Отечественная война, снова все тяжело. И вот, значит, пришла Вера Васильевна Бурлакова, взяла вот эту вот работу. Профилактика, где разруха, там и инфекции, там вообще большая очень работа, и тоже был большой пласт работы организован на предприятиях, организовывались санитарные дружины, проводились санитарные работы с медицинскими работниками, с фельдшерами по санитарному просвещению. Видите, использовались кинолектории, то есть вот все самое современное на тот момент оборудование,
все давалось санитарному просвещению. Вот этот вот интересный объект, это целый плакат по борьбе с гриппом, по профилактике гриппа. Mm-hmm. Видите, какие они были? Отпечатаны на машинке. И какие сейчас мы выпускаем? 60-е, 70-е, 80-е годы. Все развивалось, развивались санитарные дружины. Выезды на рабочие места, санитарная работа проводилась. Видите, тоже спасибо архиву, такая фотография интересная. Прямо в поле с комбайнерами. Главным врачом стал очень интересный доктор. Говорить о нем тоже можно очень много про него написано. Он, кстати, чемпион по руководству, 16 лет возглавлял дом санитарного просвещения Борис Александрович Шершов. Он организовал вот эти вот народные университеты здоровья, обучались же школьники в них, обучались учителя. Были диктанты специальные, чтобы вот по санитарному просвещению, чтобы детки все знали. Работа велась в школах. И в 83-м году, да, все время дом санитарного просвещения находился на Первомайской 27, а в 83-м году мы переехали вот на проспект Октября, дом 65, где находимся и сейчас. Дом тоже очень интересный, исторический, это из Головыхинской больницы. Здесь располагалась аптека. Он был одноэтажный. В 60-е годы настроили второй этаж. Работу, которую вел Борис Александрович Шершов, делал очень хорошо, был великолепный организатор, подхватила Альбина Ивановна Галкина. Ей время досталось непростое, 90-е годы, но она очень правильно провела работу в том направлении, что тогда привлекать стало средства массовой информации. Газеты, телевидение, радио, очень широко в то время велась работа. В 2000 году как раз пишу, Борис Ростиславович сменил Альбину Ивановну Галкину. И он с новыми силами, со всем своим организаторским талантом взялся за работу профилактическую. Он очень много сделал, поскольку тогда руководил Красным Крестом в плане издательской деятельности. Он первый начал вводить компьютерные технологии в работу санитарного посвящения. Начал обучать еще шире медицинских работников. История продолжается, расширяется. Пришли новые силы в лице Светланы Васильевны Гамаяновой. Здесь нет ее отдельной фотографии за рабочим столом, потому что она встречалась с прессой. Она организовывала, сотрудников назначила МГТО. Она стала продвигать очень активно, как только прорубила окно в Европу, вот она прорубила окно в цифровые технологии. Светлана Васильевна подвигла нас выезжать на предприятие. Вот это тоже уникальная фотография. Это последнее общее мероприятие перед пандемией. На русской дыхальке больше никуда не были. А до этого были и в лагерях пионерских. Значит, вот, пожалуйста, обучали, оказали первые помощи. Наши сотрудники организовали Академию 60+, где бабушки не только слушают лекции, но и занимаются 112-й ходьбой. Два раза в неделю, по вторникам, пятницам. Очень востребовано было. Дальше мы стали выходить на федеральный уровень. Значит, сначала один, потом еще шесть наших районов вошли в проект «Здоровые города, районы и поселки». Это общероссийский проект. И вот видите, уже сразу получили награды. Mm-hmm. Молодцы. Дважды в 16 и 18 годах наш центр считается победителем федерального конкурса «Наш центр был лучший». Мы, значит, разработали программу «Пьяный водитель». Игра очень, кстати, интересная. Очки изображают искаженную реальность. То есть человек, когда надевает эти очки, такое впечатление, что у него вот он пьяный, у него все плывет перед глазами. Детям очень нравится, взрослым. Очень, кстати, нравится взрослым. И вот этот вот роль, они пытаются выполнить ряд простых заданий, но как получается, так и получается. Разработали программу «Спасти планету Кургис» к Дню здорового сердца. Тоже станет победителем за первое место в федеральном конкурсе. То есть работу мы подхватили, продолжаем столетию. Мы пришли с очень большим багажом, с очень большим запасом. Пирамида здорового питания. Это не наше изобретение, это американское. Разработано в 92-м году. Смысл ее такой. Значит, вот четыре градации. На первом этаже то, что должно быть на столе человека каждый день. В каждую еду. Это овощи, фрукты, зерновые продукты, крупы или можно макароны, но с длительно разлагающимися белками. То есть не быстро растворимые, а длительно растворяющиеся углеводы. Растительное масло любые. Второе – это продукты, которые на этой ступени можно потреблять два раза в день. Это, опять же, вот эти вот макароны из муки твердых сортов, бобовые, орехи, белок содержащие продукты, молочные продукты. Ну вот
Считается, что все-таки лучше не совсем безжиренное, а с низким содержанием жиров. То есть жиры должны быть, но в небольших количествах. Рыба, яйца, курица или индюшатина. А наверху то, от чего лучше вообще-то бы отказаться. Сладости, то, что мы больше всего любим, да, белый хлеб, выпечка. Вот. Но иногда можно себя побаловать. Очень редко, но можно. Все в меру. Да.